Начался прием заявок на участие в городском конкурсе снежных скульптур «Снежная сказка» в молодежном парке Кызыла. Заявки от участников принимаются с 20 ноября по 9 декабря. К участию приглашается команда от 3 до 7 человек. Это могут быть команды учащихся школ, организации, семейные пары, студенты, а также отдельные участники. Номинации конкурса: «Сказочная Тува», «Герои из мультфильмов и кино», «Оригинальность композиции», «Лучшее представление снежной скульптуры» и «Приз зрительских симпатий». А также дополнительная номинация: «Лучший забивака», символ чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Конкурс проводится в 4 этапа.